А оказывается, Димаш это видит. Димаш, смотришь реакции в Ютубе на себя? Такой молодой, да? А, такой философ. Тебе же всего лишь 26 лет, ну зачем ты читаешь столько морали там? Всем привет! Димаш Кудайберген, настоящий работяга. В свой 26-й день рождения он провел 3 прямых эфира. Выступил в японском джазовом фестивале. Также провел прямой эфир в Инстаграме и на Ютубе. Как это было? Что интересного говорил Димаш Кудайберген? Давайте вместе обсудим и посмотрим в этом видео. Так случилось, что 24 мая, когда Димаш отметил 26-летие, его показывали по различным казахским телеканалам. Опять-таки, японский джазовый фестиваль. Он вышел в эфир из своей домашней студии. На стене висели музыкальные инструменты, сам он был в шикарном наряде и первым делом спел песню «Самалтау». Позже в трансляции из Токио показали поклонников Димаша Кудайбергена, которые под песню «Screaming» поздравляли мирового артиста. Затем прозвучала SOS, та самая песня, которой Димаш покорил всю восточную часть Евразии. Невероятно высокие ноты и действительно миллионы просмотров на Ютубе. В Инстаграме уже Димаш Кудайберген ответил на вопросы зрителей. Было одновременно 12 тысяч человек. И так получилось, что действительно Инстаграм не выдержал, и трансляция иногда подтормаживала. Подведя, так сказать, небольшой промежуточный итог к 26-летию, Димаш Кудайберген подметил, что успел поработать и с американскими композиторами, и с корейскими, и с китайскими, и с европейскими, в том числе с Игорем Крутым. И вот Димаш Кудайберген сказал, что он не намерен на этом останавливаться. Также был вопрос, чувствует ли он песню, когда он поет на разных языках. Может, действительно, Димаш Кудайберген исполняет и на английском, и на китайском, и на казахском, и на русском, да? И вот Димаш Кудайберген сказал, что в первую очередь он чувствует музыку, да? То есть он понимает текст, понимает, про что поет, и плюс, так сказать, есть дополнительный язык, если это так можно назвать, да, который присущ Димашу Кудайбергену свыше, да, и это и есть язык музыки. Вообще, несмотря на мировые успехи на разных континентах земного шара, Димаш Кудайберген был очень скромен. Когда его попросили спеть одну из песен, он даже действительно не постеснялся признаться, что не помнит-то и ее слов. Споем на сцене, потому что я так давно эту песню не пел, что я уже, честно говоря, забыл слова. К своему стыду. Ну, музыку написал я. Димаш также заявил, что в основном вдохновение к нему приходит, когда он на небесах, в самолете. Именно в этот момент появляются мысли о том, как должна, собственно, звучать новая песня. Он пишет ее на диктофон. Вдохновение приходит в основном тогда, когда я нахожусь на небе, в самолете. Вот как-то так. Иногда бывает, что посреди ночи просыпаешься и начинаешь думать, представлять свои предстоящие концерты, репетировать в голове. И вот такие моменты нарисовываются какие-то наброски новых песен. Говорит, каждый концерт, каждое выступление – это огромное счастье. И особенно приятно ему видеть, когда мама от чувства гордости и радости даже иногда и плачет. Перед концертами я зачастую люблю оставаться один. И перед концертами я стараюсь вообще ни с кем не общаться. Еще один прямой эфир Димаш Кудайберген провел на Ютубе чуть позже. Он рассказал о том, что до сих пор есть у него контракт с китайской компанией, да, но в дальнейшем, если он будет снова подписывать контракт, намерен быть более свободным артистом. Также ответил на вопрос, какой фильм ему нравится. Мне нравится фильм «Титаник». Потому что, во-первых,
Мне очень понравилась сама идея и понравился подход к снятию этого фильма. То, что режиссер, великий режиссер Джеймс Кэмерон выложился максимально по полному. Я очень уважаю его это качество. Также признался Димаш, что в последнее время действительно пандемия, непростые времена, и где-то примерно 2 месяца он сидит дома, собирает сразу что небольшой компанией друзей. Очередное, что меня порадовало, Димаш Кудайберген сказал, что смотрит видео о себе на ютубе. Действительно, масса реакций, все снимают, и оказывается, Димаш это видит. Димаш, смотришь реакции в ютубе на себя? Честно говоря, стараюсь смотреть, но я не могу делать этого с удовольствием, потому что внутри меня какой-то этот перфекционист Димаш говорит о том, что вот сейчас наступит момент, настанет момент, где ты там накосячил, а он сейчас будет смотреть этот момент. И из-за этого я, в принципе, не очень часто смотрю. Но стараюсь смотреть. Рассказал Димаш о том, что до сих пор волнуется перед выступлением. Честно говоря, я даже не могу припомнить, перед каким выступлением я вообще не волновался. Такого, мне кажется, не было. Поднял артист очень печальную тему, от которой, к сожалению, никому из нас не уйти. Мы все люди, мы все должны понимать о том, что рано или поздно нам всегда, нам всем, абсолютно всем придется либо покинуть сцену, либо покинуть эту жизнь вообще, в конце концов. Так что надо себя вести достойно, стараться, по крайней мере, к этому. Но без ошибок тоже не бывает, мы все люди, да? Спрашивали у Димаша о самом лучшем подарке, и вот, собственно, артист очень дипломатично дал ответ. Возможно, чтобы никого не обидеть, но действительно, я тоже считаю, что любой подарок хорош, когда он от души. Каждая встреча с вами для меня уже большой подарок, вы понимаете? Это уже огромное счастье. В планах у Димаша Кудайбергена очередной гастрольный тур, который он готов дать еще с большим размахом. В некоторых странах мы можем дать и не один концерт, наверное, целых 2, да? Иногда так бывает. Вот как было в России, в Кремле, 2 концерта подряд. Поблагодарил за воспитание в трансляции Димаш своих родных, маму, папу, бабушку и дедушку. Бабушки и дедушки, надо отдать должное и сказать о том, что моя бабушка в далеком 99-м году, когда мне было всего лишь 5 лет, несмотря на то, что у нее болели ноги, до сих пор болят, у нее неизлечимая болезнь ног, она, несмотря на это, каждый день возила меня в школу и забирала меня оттуда, в музыкальную школу. Заявил, что во время карантина появляется шанс проанализировать все то, что успел сделать. У меня появился шанс проанализировать все то, что мне удалось сделать на протяжении моей карьеры. Сейчас думаю и довольствуюсь тем, что я имею, и, конечно же, буду стараться работать над тем, чтобы добиться еще большего успеха. Ну, ответил на вопрос о философии, мол, как так, такой молодой, да, такой философ? Тебе же всего лишь 26 лет, ну зачем ты читаешь столько морали, там, лекции, философствуешь? Я все это делаю не от того, что я считаю себя слишком умным или там по каким-то другим причинам. Просто мне этого хочется. И каждый человек должен уметь рассуждать и ставить какие-то жизненные приоритеты.
Ссылка на полную версию этого замечательного интервью с Димашем Кудайбергеном есть в описании под этим видео. Можете обязательно посмотреть, но пока же, конечно, оцените это видео, напишите ваш комментарий. Мне очень любопытно знать, какой ответ, быть может, вас больше всего умилил и за что вы любите Димаша Кудайбергена. Огромное спасибо, что вместе со мной на канале. Счастья вам, успехов, любви и только шикарного настроения. Не скучайте, не грустите и, конечно же, не болейте. До встречи.